Наблюдаю такой интересный факт. Когда раньше я худела, ну я там слишком сильно худела, у меня все время цель была 50 килограмм. У меня возраст был 45, и цель была типа это. Я не знаю, что там сидит, да, но факт то, что когда я первый раз худела, я еще курила, у меня вот эти места прям провисли, вот эти места такие прям, они вот такие шарпеи были, вот такие шарпеи были. И вот эти места сильно провисли, вот эти места, да. Вот сейчас я что наблюдаю? Такого пока еще не вижу. Нос такой большой. Нос большой. Надо это делать. Надо массаж делать, чтобы нос меньше был. Но факт то, что сейчас пока у меня вот, я вешу 85 килограмм, да? С этим, как бы, с лицом у меня все хорошо. Пока хорошо. С грудями все хорошо и с этим. И из-за этого я, скорее всего, я буду все-таки держать планку. Не 65 килограмм, не 70 килограмм вес. Все-таки я для своего возраста хочу весить, допустим, ну, не дали досказать. Но факт то, что когда я первый раз худела, там у меня прием пищи был такой несбалансированный. Где-то я один раз в день кушала, где, ну, мало кушала, короче. В итоге еще плюс сигареты. Там вообще кошмар, что там было с моим лицом. Это было такой степени, наивысшей степени безобразия. Вот. И я сама себе не нравилась. Как бы телом все хорошо было, с телом все нормально было. Но мое лицо, вот беспокойство такое приносило, что я не видела красоты в моем лице. Я поняла на тот момент, что все-таки в возрасте худеть, это чревато нам. Нам надо все-таки какой-то баланс придерживаться, какую-то норму. Вот, допустим, 18 лет, может, и 60, ой, и 55 килограмм, и 45 килограмм, как говорится. Но уже с каждым разом больше, мы уже как бы теряем ту эластичность кожи. И нам надо все-таки держать такой килограмм, чтобы, допустим, маленько было натянуто. Кожа натянута. Вот. Но факт то, что сейчас с Дмитрием у нас получается, что все хорошо. Лицом тебе твое лицо нравится, нет? Да. Вот я на Альфию смотрю, у нее не безобразное лицо, у нее все лицо прекрасно. Мы к этому будем привыкать. Да, мы, во-первых, будем, я даже сейчас понимаю, почему мы какие-то моменты у нас вес останавливается. Я понимаю, потому что так какой-то момент, чтобы кожа собралась, наша кожа, да, вот, регенерация, что ли, там быстрее прошла. Вот, и из-за этого мы как бы даже, может быть, неосознанно останавливаем свой этот похудение. Я вот так считаю. Ну и все. Для нашего возраста 55 лет, 50, 55 лет, 45 лет. Все-таки держать не дистанцию, а вот нормировку. Допустим, 80-75 килограмм. Все, это самое лучшее.